23 сентября в Главном управлении социальной защиты населения пройдет горячая телефонная линия «Социальный вопрос». Зауральцы могут звонить на телефон приемной 44 17 70 и получить ответ на любой вопрос, который находится в компетенции ведомства. Это соцобслуживание пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Звонящие связываются со специалистами Главного управления соцзащиты, которые курируют эти направления.